готовы. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Скоро у нас пройдет вебинар. Он будет посвящен новому приказу и как раз его части по автоматическим наружным дефибрилляторам. Их ввели, к сожалению, отменить их полностью не смогли, но мы с вами постараемся разобраться в том, какой выбрать, как выбрать, и главное, чтобы он у вас не просто лежал на всякий случай, а чтобы вы могли им воспользоваться и воспользоваться правильно, потому что, к сожалению, пока никто этому толком у нас не обучает. Жду вас на нашем вебинаре, надеюсь, что вы получите достаточно информации, которая вам поможет в этом вопросе.